Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Игорь, это Игрова Роботс. И сегодня хочу поговорить о таком роботе, как Церебрус. Это новый робот в игре War Robots, который обладает рядом уникальных способностей. Значит, робот был создан вместе с игроками War Robots в 2019 году. Быстро атакующий робот, способный на время обезвредить врага. Оснащен уникальной встроенной энергетической пушкой и энергетическим щитом типа Aegis. Особенности конструкции не позволяют экипировать Анкайл. Анкайл — это такой, как котелок, ставится сверху робота. Вместо, можно, пушки здесь тяжелого слота. Ну, в этом роботе его установить, к сожалению, нельзя. Blackout. Церебрус выстреливает цель тремя энергетическими снарядами, которые наносят урон и негативно влияют на подсистемы вражеского робота. Lockdown. Обездвиживает Suppression. Понижает урон. И Дот наносит способностью периодический урон после попадания. И Aegis имеет щит, который подзаряжается. Значит, перезарядка каждые 10 секунд, длительность, дальность стройного оружия 350 метров, рекомендуемая Redeemer, 2 тарана или Calamity Scourge. У меня, значит, стоит следующая сборка. Я поставил Ember, который выкачал до 7 робота, до 7 уровня, робота выкачал до 7 уровня, и 2 тарана, один 8, другой 9. Поставил уровня, поставил Last Stand и поставил тяжелый Armor Kit, который усиливает прочность робота на 7%, потому что хпшечки, конечно, у робота свои маловато. По способностям, значит, был у меня пилот ранее выкачанный на Меркури, стоял, я его переобучил, так как на Меркури поставил легендарного пилота. Значит, Церебрус имеет усиленный эффект подавления урона, имеет увеличенную прочность, все активные модули перезаряжаются быстрее. Вот это, думаю, поменять, вот эту способность, думаю, поменять. Эксперт по энергощитам, щит имеет повышенную прочность, то есть дольше будет защищать робота до того, как доберутся до его ХПшки. И Церебрус имеет повышенную скорость. Так. Остальные роботы, которыми я собираюсь играть, это, значит, это Лич, Райкер, Тыр и Фантом. Тактика такая: начинаю играть с Церебрусом, случайный бой, а остальными роботами доигрываю уже бой после Церебруса. Посмотрим, насколько мне хватит, сколько времени хватит продержаться этого робота. Значит, у меня, как видите, операция там одна, я открою после боя. У меня есть 1000 ключей. То есть я открою позже, после всех боев. И у меня здесь особая поставка. Есть 4 раза открыть этот сундук. Можно открывать, конечно, за 1000, но тут титаны. Титаны — это очень вещь такая дорогая для прокачки. Поэтому я решил, наверное, буду открывать еще, открывать сундук попроще. Потому что не факт, что мне выпадет. Если бы, конечно, выпал бы мне Ноденс, но то вероятность низковатая. Скорее всего, выпадет платина. Ну, это неплохо, но лучше, наверное, на мой взгляд, что-то собрать из этого. Равану дают с 10% плюс хп. Ей так добавили этой Раване. ХПшечку 15%. Скорость добавили в новом обновлении. Так, Overdrive Unit, новый модуль. Что он делает? Повышенный. Ага, если у робота мало хп осталось, он на 10% больше урона наносит. Night Ingle можно тоже, у меня этого робота нет. В общем, ага, и пилот на Раванну. Если вдруг выпадет Раванна, этот пилот добавляет еще одну способность Раванне. Но этот пилот у меня уже есть. Да, если он у меня выпадет, он у меня будет уже второй, по-моему, если третий. Покраска для... В общем, тут тоже очень неплохие призы. Это к 6-летию игры War Robots выложены. То есть мне как бы больше нравится открывать этот сундук. Ну, если вам больше нужен шанс открыть титана, или вы очень хотите титана прокачать, конечно, можете открывать за 1000 этих валюты, которая позволяет открывать поставку. За 1000 сундуков можно, за 1000 ключей можно получить из сундука вот тоже атомайзер, драгон, в общем, кучу хорошего вооружения можно получить, которая не будет лишним. Вот можно Глассер, Райм, Крио получить, Каламити, то есть отличные пушечки, 1000 голды.
энергоблоков 5000, 10 тысяч серебра. У меня вот есть даже 5000, у меня раз выпало из этого сундука 5000, то есть 5000 золота. Я открываю только этот сундук, на этот не трачусь. То есть коплю и открываю только этот. Так, чтобы сохранить интригу, открою это уже после боя. А сейчас давайте поставим бусты. Значит, раз, два, три и ключи. И пойдемте в бой. Интересно, какой сейчас режим выпадет. Ага, превосходство. На мой взгляд, этот робот больше поддержка. То есть ему нужно идти со своими союзниками и как бы стараться их как бы прикрывать, союзников. То есть сам он, один на один он может робота какого-то, но если там будет 2-3 противника, конечно, его очень быстро разберут. Одного он застанет, например, заблокирует, а оставшиеся союзники, противники его могут остановить и уничтожить. Так, вот кто-то пытается вылезти. О, смотрите, я его застанил. Отлично, отлично. Вы посмотрите. Все. Я сейчас выстреляю оружие. Отдохну немножко здесь. О, перезарядилась способность быстро. Вы посмотрите-ка. Можно идти искать следующую жертву. Так. Надо с кем-то. Вот. Ходит робот, но Арес включит способность, поэтому, наверное, надо прятаться от Ареса, дождаться отстрела его способности, а потом вылазить. Вот меня щит прикрывает, но, тем не менее, мне урон наносят. Арес прячется. О! Фуру разбираем, смотрите. Отлично. Разбираем фуру. А, есть. Подлечимся. Так, сейчас Арес на меня будет заходить. А мне интересно, через щит, наверное, я его не пробью, да. Мы перезарядим. Ай-яй-яй-яй. Вот меня щит спасает, видите как? Способность. И сейчас Арес полез, наверное, не туда, куда. У него, наверное, стоит антиконтроль. Ну, мы его сейчас спалим. О! Это у меня роботы не выхочены. 7-й уровень робота! Он решил сюда не лезть. Так. Кто еще хочет? Так, вот по одному робот этот отлично их всех выносит. О, отлично. Он мне пока щит отобьет. Да, но этого робота очень тяжело разобрать. Надо отходить, 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 потому что копить следующую способность. Еще раз. Ну что ж, вы его не гасите. Он меня сейчас разберет. О, вы смотрите, я противостою Фалкону. Но у Фалкона, конечно, немеренное количество ХП. Я его постоянно останавливаю. Вот у меня закончилось оружие. О, все, мы его довели до ластенда. И сейчас его сливаем. Но не я. Хотя я тут, наверное, внес весомый вклад, чтобы этого робота разобрать. Вот, Лео застанем. Отходим, отходим, отходим. О, шикардос. Так, кого бы тут еще сейчас остановить?
И следующего. Вы посмотрите, это ж просто красота! Это просто замечательный бой. Да, к сожалению, я потерял этого робота, но вы видели, сколько я продержался, полбоя. Так, слушайте, у нас была куча маяков, я тут столько это, и они все-таки умудрились у нас маячки позанимать. Так, Лич, конечно, медленный робот. Давай по мне стреляй. И сейчас я по тебе тоже. А я чуть-чуть его не дострелял. Да, не хватает немножечко мне, конечно. О, победа. Не хватает мне немножечко силы в моем оружии. Ну, 6 уровня у меня на личе эти огнеметы, игнайтеры. Посмотрим, какую я. Я на 2 месте. 4 робота. Практически всех роботов я уничтожил на роботе Церебрус. Занял 3 маячка. Дали мне 10 ключей с бустом на ключи, причем не самым мощным. И 3 золота за 2 место. Давайте попробуем еще раз сходить в бой. На этом же. Такая же тактика. Я выбираю этого робота. Случайный выбор. Так, что-то у нас открылось, наверное, за победу. Да, вот за победу. Дают валюту. А, все. Тут раньше еще было. Давали запчасти на Крио. Наверное, закончилась акция. К сожалению. Пойдемте в бой. Значит, как всегда, тактика поддержки. Вот, надо идти за своим союзником и пытаться их прикрывать. Держать надо расстояние, дистанцию, потому что вблизи подсчиты, если заходят соперники, особенно быстрые соперники. Вот. Но в чем преимущество этого робота? Быстрого, например, того же Фантома, этот робот может застанить, если, конечно, у него не будет способности антиконтроль. Поэтому антиконтроль это, наверное, очень хорошо надо, если такую способность ставят. О, застанили и сжигаем. А как он подлетел? Интересно, я его вроде как застанил. Вот не хватает мне чуть-чуть мощности. Вот еще одного робота застаню. Но только что-то не я уничтожаю. Ладно. Все, главное, что мы его забрали и не дали ему возможности подойти к маяку. Сейчас посмотрим, что у нас тут творится.
Они сюда боятся даже теперь подходить. Видать, антиконтроля ни у кого нету. Ага, вот Титан мне сейчас щит очень быстро снимет. Надо прятаться. Фактически я один тут держу маяк. Его сейчас потеряю, этого робота своего. Хуже. Пойдем лечим. Ну да, продержался я так 3 минуты где-то. Так, там вот кто-то идет на маячок. Надо не допустить. Захват маяка. Надо подобраться. Ой, какая замечательная способность у Лича. Так, меня не разобрали, а теперь надо прятаться. У меня кто-то сейчас... Дальник может стрельнуть, и робот просто упадет. Вот, видите, то, о чем я говорил. Ну, то еще слабенький дальник. А бывают такие трибучетники, что... Сейчас я перезаряжу себе. Надо подобраться. Вот. Все ближе, вот. Так. О. То, что ты... Эту Наташу мы сейчас дальнюю спалим вместе. Я уже просто пошел на размен. Даже не разменял, к сожалению, да. Сейчас будем... В принципе, я их немножечко отвлек, и мои союзники захватили центральный маяк. Эш, ёшкин кот, никак не могу навестись. О, он далековато. Лечимся. Уничтожаем. О, тоже нанес. Стремимся. Уменьшение урона. Да, это такой робот маленький, а беды он делает противнику много. Единственное, только надо как-то под пули не попадать. Ай-я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 й, меня сейчас разберут. Все, разобрали моего робота. Пойдем на тыре. Так, вот там рвется робот к маяку. И этого надо. До этого с центрального маяка догонять. И этого. Он спрятался. Так, ну там надо сначала щит отбить. Так, сейчас мы подлечим нашего Титана. О! Отлично. Так, этому щитом я ничего не сделаю. Пока ему щит не отбили, Артуру.
В него, наверное, даже и стрелять бесполезно будет. О, а, это тоже щитом. О, хоть щит отобью ему немножко. А он мне щит отобьет. Сейчас ему, может, кто поможет мне. О, все, есть контакт. Так, надо подлечиться. И надо падать. Долечить своих союзников. Так, два тыра – это сила. Ой-ой, как это жалят, а? Снимаем маячок. Ну, вы помните, я довольно долго так держался. Здесь с Ребрусом практически отгонял. Ну, мы практически выиграли уже. Думаю, соперников шансов нет победить. Ну, маловато, конечно, настрелял, но, в принципе, в самом начале я там нескольких роботов жарил, что достались они не мне. Но, в принципе, робот справился удерживать их на расстоянии, они боялись даже противники показать нос, потому что знали, что тут же их застанет. То есть робот очень неплохой и справляется со своим предназначением на 5, это при том, что он еще не выкачанный. Так, что у нас там по времени? Можно еще раз в бой сходить и будем уже открывать сундуки. Так, подряд две победы. Идемте прикрывать будем, кого бы прикрыть. Наверное, лучше этого. Ланселота. Он с щитом, и у меня щит. Два щита. Это будет сила, наверное. Ага, ой-ой-ой. Тут робот очень нехороший. Так-то сам я тут ничего не сделаю. Тут надо с кем-то. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Купля. Так, сейчас он будет. Вот я ничем не помогу в такой ситуации. Так, у всех своя способность. Да, и он сейчас будет выходить. Надо прятаться, ловить его на откате способности. А, зря. Успел спрятаться. О, кстати, я успеваю жарить. Чуть-чуть. Ну там комар летает, конечно. А, елки-палки. Сейчас меня жарить будут. Ох, успел отойти. Еле успел. Хорошее место он тут нашел, а? Да, я тут в таком месте остался с огнеметом. Ну ничего, огнемет хорошее оружие. Способность у меня хорошая. Сейчас мы подлечимся чуть-чуть. Вот так вот сейчас мы поможем своему
Отлично. Отлично. Вы посмотрите. Как робот вновь. Ох, медленный он стал. Не, нельзя стоять. Сейчас этот выходит там. Надо его сейчас подловить на откате способности как-то. И я спрятался, и я до сих пор живой. Я уже играю 3,5 минуты. Так, сейчас мы перезарядим огнемет. И мы опять держим 3 маячка. О! А попаду я по тебе! Наконец-то! Я тебя таки подловил! Долго ты меня мучил, долго. Это тебе еще повезло, что у меня 3 пушки отбитые. Упал тут робот таки. Так, сейчас по углу. Ой, надо было стрелять, конечно, способностью. Я немножечко зевнул. О, постой. Все. Плечом пошли. Рвутся, рвутся к маякам. Враги. Так, тебя надо спалить. Вот ты нам беды наделаешь конкретно. Я гоняюсь за этим глазастым антиглазом. Вот заодно дракона спалили. Я извиняюсь, надо ответить на звонок. Вот так оно в жизни бывает. Отвлекли и бой в пролете. Ну, жизнь есть жизнь. О, зато я ему снизил урон. А этот так и бегает мелкий. А, хочет последний маяк у нас отнять. Еще Наташа меня выталкивает. Я иду маяк занимать, меня Наташа толкает. В общем, в этом бою поражение. Сейчас посмотрим, с каким результатом. .733. 2 маяка я занял.
пригласим в клан. Открываем. Открываем, получаем. Так, идем в операцию. Брать все. Чуть-чуть не хватило буквально до золота. Это уже следующим разом. Чуть попозже тогда так. Так, здесь все собрали. Ну что, теперь открываем ключи. Посмотрим, что выпадет за 1000 ключей. Ра-та-та-та-та-там! Торжественный момент. Открываем. Десять лямов серебра. Неплохо. Будет чем прокачивать роботов дальше. И идем в особую поставку. Давайте по 100. Раз, открыть. 1500 батареек. Тысяча запчастей на атомайзер. Ну, неплохо. Еще 1000 запчастей на атомайзер. Ну. 2500 нуклеон. Ну, круто, что скажешь. Робот, правда, не выпал. На этом я заканчиваю трансляцию. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего доброго, до свидания, до скорых встреч.